один із найстаріших членів цієї непосидючої команди – вожак племені капуцинів. Этот самец, его зовут Капик, в настоящий момент ему уже 35 лет. Он был получен нами в свое время из ростовского зоопарка, точнее в 84 году, совсем молодым юным капуцином. Пару мы получили, и вот с тех пор он уже, так сказать, создал свою группу, и на сегодняшний день в этой группе от него было получено 25 детенышей. У родині капуцинів зараз 8 особин. Більшість представників цієї сімейки – це діти, онуки і правнуки Капіка. Інші його нащадки роз'їхались по різних зоопарках України і за кордону. Видно, що він вже старенький, він вже почав лисіти, сидіти. Вот. Но, тем не менее, он себя прекрасно чувствует, у него очень активное поведение, очень хороший аппетит, он прекрасно уживается со всеми своими сородичами, сохраняет еще позиции вожака группы, хотя уже вот его подросший сын, довольно тоже уже взрослый, в общем-то, самец, но пока что они власть особо не делят. Капіка в его родине шанует не дарма. В общем-то, он в какой-то мере, можно сказать, добрый, конечно, хитрый. Точнее, не то чтобы хитрый, он такой умный. Ну, хотя хитрость всегда являлась признаком ума. Он прекрасно понимает, как себя нужно вести в той или иной ситуации, как относиться к тому или иному человеку. Сегодня может так, завтра так, смотря с чем он к нему пришел. Капік, як і всі його родичі, любить поласувати, хоча смак у нього своєрідний. Какие-нибудь вот насекомые, какие-нибудь мучные черви, там живой корм различный. Ну, это должен присутствовать в их рационе, поскольку их рацион должен состоять как минимум наполовину из кормов животного происхождения. Вот. Ну и кроме того, конечно же, какие-нибудь, ну, такие необычные продукты, корма. Вот очень забавно они разбивают грецкие орехи. Взагалі-то тварин у зоопарку годувати не можна. Але нам для сюжету дозволили пригостити цих симпатичних малят. Спостерігаємо далі, бо цей процес заслуговує і на вашу увагу. Вся група, кожен бере по ореху і починає їх розбивати. Ну, оскільки обезьяни, в общем-то, небольші, сил так, не так много, розкусити вони їх не могут, как, например, это могут сделать шимпанзе. Поэтому они их бьют упорно об стену, об пол, об поелы, еще об какое-нибудь железо, чтобы расколоть. Капік не тільки хитрун і ласунчик, а ще й доволі вразлива натура. Не любит грубого обращения, конечно же, не любит невнимания к нему, не любит, когда дразнят в смысле кормами. Вот если кто-то показывает что-то, но не дает. Нікого вам не нагадує. Схоже, стосунки приматів аж занадто подібні до людських. І тут існує своя ієрархія, певні закони і яскраві особистості. Безумовно, Капік – одна з таких.